Анонс и дата выхода 23 серии турецкого сериала «Мои братья». 23 серия сериала выйдет в эфир 9 октября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Харика никак не может смириться со своим положением и продолжает всем врать. Кадир пытается скрыть от всех, что этот Джумиле украла деньги. Но правда все же была раскрыта. Джумиле признала свою вину и сказала, что делала это ради того, чтобы спасти свою сестру из казино. Амир собирался отвезти Джумиле в полицейский участок, но Кадир не позволил этого сделать. Шангюль услышала, как Джумиле разговаривает со своей сестрой по телефону и договаривается о встрече. Она захотела пойти вместе с ней для того, чтобы вернуть деньги, но Елис не собиралась отдавать деньги. Амир и Огулджан догнали парня Елис и силой забрали деньги. Но тут появились вооруженные люди и стали стрелять. Огулджан, Шэньюль и остальные были ранены. Омиру удалось уцелеть. Акифу позвонил директор и попросил срочно прийти в школу. В кабинете его ждал парень, который сказал директору, что Акиф его отец. Это был Каан, и он является сыном Зюмрюд. На место происшествия приехала скорая помощь, и Амир сообщил Асие, что Огулджан находится в критическом состоянии. Шэньюль винит во всем Кадира, и если Огулджан умрет, то обещает обрушить на него весь мир. Акифу пришлось привести Каана в свой дом. Каан сказал своему отцу, что пока его не выгонят из этого дома, он будет молчать. Напомним, 23 серия сериала выйдет в эфир 9 октября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.